Давай все-таки карту посмотрим, потому что сейчас покажу нам карту. Дело в том, что все-таки многие констатируют, и президент Зеленский об этом сказал, что, в общем, на восточном фланге фронта, пришедшем в движение, Москва двигается. То есть российские войска все-таки двигаются по фронту, и мы видим это общее движение. Считаешь ли ты, что это именно и есть уже начало вот той самой наступательной операции? Нет, это подготовительное действие, с моей точки зрения. На начало наступательной операции, я думаю, что это еще месяцок, судя по движению. Но какие-то тактические движения для улучшения своего положения, для проверки, что мы можем, чего мы не можем, для сковывания наших сил. Да, это можно сказать так. Дело в том, что российская армия занимает крайне невыгодную территорию для обороны, очень выгодную для наступления и крайне невыгодную для обороны. Почему для наступления выгодно? Потому что тут бьешь центр, условно говоря, на Днепр с флангов, да? И типа ты молодец. Ну что, и всех там окружил. Но для этого нужно иметь силы. Сил нет. И возможностей нет. Если ты солидар берешь 5 месяцев, то куда там бить там, на стратегическое окружение? Значит, остается два варианта. Либо стать в обороне нельзя. Путин требует политические цели. Значит, медленным прогрызанием, типа как у солидара, пытаемся двигаться вперед. Они пытаются двигаться вперед. И вместо стратегических окружений у них еле-еле попытка охватить Бахмут, еле-еле попытка охватить Авдеевку. И что-то там двигаться в сторону Лимана, но не очень получается. Это имея 330 тысяч войск на территории нашей. И это скверная история, потому что когда ты можешь вести интенсивные боевые действия из 1300 километров внутреннего фронта на 80, это очень скверная история. Очень. И начали движение. Достаточно тяжело... напряженные тактические бои на Угледаре. Достаточно напряженные тактические бои в районе Донецкого аэропорта, опытный водяной «Спартак». Достаточно тяжелые бои на севернее Авдеевке с попыткой охватить с флангов, окружить и так далее. Это по-прежнему очень напряженно южнее Бахмута, в самом Бахмуте и севернее Бахмута. Вот, то же самое, попытки двигаться на Лиман продолжаются, отражаются наши вооруженные силы. Ну, а их злые языки утверждают, что наши гребут, наступают к Кременной. В одном месте даже мы наступаем. На Запорожском направлении какие-то действия на июне Орехова. Но эти действия всегда и по отдельности, и совокупно никак нельзя назвать большим наступлением. Не даже серьезной подготовки к нему. Это прощупывание, либо выполнение ранее поставленных задач. Большое наступление – это когда массы войск пришли в движение. Ну, для сравнения, тот же Угледар, по сообщениям самой российской стороны, ну, когда говорят бригада 40-я, 155-я Тихоокеанского флота, ну, надо понимать, что там две роты и здесь две роты. Это даже не батальон. Поэтому назвать это наступлением никак нельзя. Наступательные действия, да, на тактическом уровне. Активные действия, да, штурмовые действия, да, но не наступление. Понятно, что солдату в конкретном окопе, когда на него прет противник, ему все равно, большое это наступление, либо маленькое наступление, он стоит и должен стоять в очень тяжелых условиях. Но с точки зрения стратегического уровня, анонсируемых там страшно больших наступлений, это не наступление. То есть даже не подготовка к такому будущему. Даже не подготовка. Не подготовка. Это тактические действия на конкретном местном уровне, имеющие свои задачи, в том числе оперативно-тактические задачи, типа окружения Бахмута, типа окружения Авдеевки и так далее. Там возможно развитие успеха. Да, формируются резервы, перегруппируются в глубине, всю интригу, ведут их в бой или нет, как и в каком варианте. Но пока нет ничего такого. Нельзя назвать это наступлением. Когда будет наступление, мы сразу об этом скажем. Вот это наступление. Но пока не наступление. Ну, а вот эти победные реляции, что они чуть ли не на окраинах Угледара уже воюют на Запорожском направлении, это как? Так а что такое победная реляция? Ну, они прошли на тактическую глубину. Да, представим, что это правда. Представим, что они сказали в какой-то веке правду. Ну, прошли они 2 километра. В чем тут победная реляция? Тактическая глубина. Это ни о чем. Как прошли, так и выбьют обратно. Ну, тут такое... или остановят там же. Это несерьезно, если мы это сравниваем с заявлениями о большом наступлении.